have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы в Cat Quest 2, и продолжаем мы как раз тот квест, на котором мы остановились в прошлый раз, мы его не доделали, мы просто сохранились и решили пока что подождать до этой серии, и теперь мы и продолжим. Ищем мы последний обломок. Угу. Лапортовые острова, но кажется, что туда не попасть. Давай мы научимся ходить по воде. О, если только вы не умеете ходить по воде. Точно. Просто у нас же была эта магия. Уверен, горожане Лапортграда должны что-то знать. У нас же в прошлой игре у нас была способность ходить по... Это то, что я не дошел? Серьезно? Я думал, я сейчас приду, у нас будет какой-то разворот квеста, а они такие... А, ну, не, короче... Так, в Лапортград нам. Пойдемте. Это было эпично сейчас. Я думал, такой, опа, сейчас какая-то, а оно не это. Давайте сохранимся еще. Граждане Лапортграда. Окей. Во, да. Ну-ка, чувак, дай мне квест. Ваше высочество, слышал, вам нужно пройти по воде. Могу помочь. Да, давай. Искусство хождения по воде исчезло вместе с первым губернатором много лет назад. Первый губернатор! Это тот чувак, для которого мы делали квесты в первой части. Блин, а неужели от нашего кота не осталось... Дракот, который... Хм. Когда Мяори Кондо попросил меня сделать уборку на маяке, я нашел этот журнал. В нем была информация об его местонахождении, но некоторые страницы вылетели за границы города. Ваше высочество, можете унюхать страницы. Вперед, найдем их. Я не против? Вон след туда ведет. Вот она. Запись 52, журнал первого губернатора. Мы переработали эликсир хождения по воде в уникальный кристалл хождения по воде. Только король достоин его силы. Ну, мы же короли. Привет, ребят. Они с хилерами были, если чё. Я сначала подумал, что у меня случайно хилка сработала. Отлично. Запись 95-й, журнал первого губернатора. Кристалл похождения по воде в лапах нового короля, но боюсь, он порочен и не стоен кристалла. Нужно забрать его. А, это логично. Идем дальше по следу. Он ведет нас туда. Ай, блин! Стоп, я сейчас вообще запёсили. Так, ну-ка, 102-я запись, журнал первого губернатора. Я забираю кристалл с собой. Если будущий король окажется достойным, последняя страница найдет его и приведет ко мне. О, руины Куатор. Какой уровень? 60-й. Блин, не. Мне там накостыляют. Мне кажется, рановато. Ну, я, наверное, выкручусь, если подхилиться, всякое такое, но, по-моему, рановато. А ты у нас... О, 50 уровень, давайте эту пещерку зачистим. Прикиньте, если мне сейчас по квесту скажут в эту пещеру идти. О,
Ох, красиво. Они ходят с двумя хиллерами. Это вообще как называется? Сундучки с монетками довольно годные. Нужно их все позабирать. Так, куда мы сейчас пойдем? Можно сюда, наверх, а можно... Да, я хочу к тому сундучку. Блин. Они еще и дерутся, понимаешь? Блин, он мне хил сбил, зараза. Все, отлично, восстановились. Блин, надо бы туда сходить по-хорошему. Это был сундук с экспой. Ух ты. Я хочу вон туда наверх сходить, потому что все заканчивается обычным сундучком, который я смогу открыть. Заодно мобов там зачищу. Поэтому мне сейчас выгоднее туда. Черт. Я не так хотел. Блин, выхватил и оттуда, и оттуда. Тут этот дракон. Это виверна. А, ты не можешь сюда пройти. На 600! Чё ты такой сильный, блин? А-ха-ха! Блин, больно. Мы тут уже почти левел подняли. А, это за счет сундука, скорее всего, потому что... О, доспехи рыцаря, отлично. Я думаю, что за счет сундука мы столько экспы подняли, потому что ну, на мобах я, наверное, не мог здесь столько получить. Блин, будет обидно. Но с другой стороны, в смысле обидно, если придет защищать эту пещеру? Мы же ее уже зачистили, то есть потом нам ее засчитают... Я к ним подойду сейчас, я вижу этих ребят. Блин, она большая так-то по-хорошему. Это пещерка-то очень большая. А, карты у нас нету, ладно. А-ха-ха! Так, там внизу ничего нету. Я же оттуда пришел, мне кажется, да? Хорошо, я туда пока не пойду. Она большая, но пока что не очень сложная. Блин, это я нарвался. Давайте, наверное, даже манну восстановлю. Отлично. А, что у нас в эту сторону? Да, это к выходу было. Здесь у нас просто золото. Хорошо. Ой, даже не золото, а экспа. Вообще круто. Уровень на халяву подняли. Мы начали сегодняшнюю серию с пустым уровнем. Уровень просто так на халяву подняли. Сундучки с экспой рулят. Так, хорошо. Блин, как круто. Еще треть уровня. Я даже их сейчас больше предпочитаю, чем сундучки с золотом. У нас тут, кстати, телепорт к сундуку, который откроется в конце. Тоже интересно. Так,
Я надеюсь, что... Ага, вот здесь проход, да. Я боялся немножечко упустить. Но вроде нам сюда. То ли наше оборудование начинает потихонечку сдавать, и нам не хватает дэмэджа, то ли эти ребята такие бронированные. Я пока не до конца уверен в том, что здесь происходит. Так. Сколько у нас, кстати? 9000 монет. Можно будет что-то качнуть. Магию или оружие? Может, вообще броню? Иди сюда, перец, нам надо подлечиться. Вот такими регенами можно передвигаться. Ай, не надо в меня стрелять. О, ты до него достреливаешь? Серьезно? Окей, это было неплохо. Давай сейчас еще раз отхилимся. Тут у нас еще какой-то... Стой, это... Вы же не хотите сказать, что... Мне придется заново все зачищать. Нет, пещера же должна была открыться, так? Ну, в смысле, не пещера, а... Ай, больно. Вот эта штука должна меня... Что, блин? Уйди от меня. Вот это сейчас. Нет, ребят, вы идете нафиг. А как мне попасть к ящику теперь тому? Он, кстати, я не знаю, остался открытым, не остался открытым. О, здравствуйте. Тут, оказывается, столько выходов. Черт. Все, пойдемте на выход. Пока что оставим это так, как есть. Я что-то... Блин, мы тут еще не пройдем. Еще хорошо. На 700! Так, а выход нижний... Стоп, а как мы до него пройдем? Смотрите, просто к тому ящику можно пройти только по воде, если я не ошибаюсь. Ох, запутали меня. Я такой подставы не ожидал. Ну, смотрите, здесь все ящики отсутствуют, тут респавнятся только мобы. Я думаю, что тот ящик тоже открылся. Ну, мне хочется в это верить. Вот. Блин, и тут тупик. Не, чувак, тебе кажется.
Вот это наш обычный выход был. Да, ну его... А, все, у нас пещерка за, это, поставлена ромбиком, значит, значит считается зачищенная, поэтому и ящик должен быть открыт. Я всегда гадал, я все гадал, когда вы вернетесь. Ха, губернатору страницы. Все еще не хватает той последней страницы, но сначала возьмите это. Шапка рейнджера, круто. Проверю журнал еще раз, ищите меня у маяка. Блин! Давай сохранимся. Мы практически 57 уровень, кстати. Давай посмотрим. Не знаю. Я сейчас не уверен, затевает этот чувак что-то или нет. Я пока ничего не могу про него сказать. Ну-ка. Нам нужно найти последнюю страницу. Готовы? Конечно, готовы. Я проверю журнал последней страницы по-прежнему. Да, конечно, нет. Но я нутром чую, ваши два высочества без сомнений достойны. Как нам... наверное, последняя страница. Вы должны поймать ее, ваше высочество. Поймать! Нас ведут к какому-то испытанию? А, на 55 уровень, кстати, пещерка. Угу. Идемте, идемте. Иди сюда. Ай, блин, больно. А, уровень. Ох, красиво. Блин. Их шипами убил. Я, собственно, вот этих тоже хотел, ребят, на шипы натравить. Но почему-то тут так хорошо не сработало, как там, например. Супер. Я вот этих тоже хочу сейчас убить. Посмотрим. Итак, у нас там вроде маг более... Да хорош! Блин, отхавывать! Так куда стреляешь? Сюда стреляю, он здесь. Я просто промолчу. Все, супер. Что у нас тут? О, исцеляющий посох. Крутяк. Кстати, насчет посоха. Какой у меня сейчас посох-то стоит? Огненный посох. 39 дает, да? 28, 15, 8, 10, 12. Ну, 39 это пока что самое лучшее, что у меня есть. Окей. Последняя запись в журнале первого губернатора. Я прячусь в тайном царстве. Как только артефакт будет у вас, используйте его, чтобы найти меня, и вы можете обладать искусством хождения по воде. Подбираем артефакт. Круто. И сундучок тоже подберем. Клинок авантюриста? Неплохо.
Перекат, перекат. Dark Souls style. Так, ну хорошо, поехали. Так. А почему я отдаю артефакт? Это же ж, блин. Артефакт, значит, мы имеем дело с магией. Мне нужно разузнать об этом. Вот ваша награда. Встретимся позже у маяка. Туманный маг. Угу. Уровни сегодня неплохо летят. Сколько уже? 3-4 уровня подняли. Скоро мы и 60-го будем. Сможем, наверное, в ту пещерку наведаться. Итак. Я выяснил, как добраться до первого губернатора. Вперед. Да, поэтому. На обороте последней страницы были указания. Если все сделать по ним, они должны привести нас к первому губернатору. Итак, сначала мне нужна часть кристалла маяка. Мы кладем часть кристалла маяка. Потом кладем артефакт. Теперь ждем. Работает? Это придет нас к первому губернатору. Входите внутрь, я пойду за вами. Я до сих пор не уверен, что я доверяю этому чуваку. Губернатор! Прадедушка, это действительно ты? Это реально он, это чувак из первой части. Первый губернатор. Я ждал правильного короля, а ты привел ко мне сразу двух кандидатов. Стойте и ждите в конце. В конце я оценю, достоин ли оба кристалл. По-моему, так должно строиться предложение здесь. Значит, испытание, пойдемте. Вы двое, если не сможете победить это, вы недостойны. Ну, как бы, окей. Надо замочить быстренько мелочь в углу. Валим! Все. В смысле, как ты живой еще? Сдохни. Все, главная мелочь была замочить. Все остальное это фигня. Валим. Валим. Пока он в щите, его бить бесполезно. Блин, это я подставился. Убирай щит. Да, блин, пожадничал. Этот ману заюзал зря. Валим, не жадничаем. Тут осталось немножечко. Не жадничаем, говорю, да. Все. Но там я вижу будет еще как минимум два испытания, так что. Вы подтвердили свою силу, теперь я сам проверю вашу ловкость. Блин. Ничего ты такой жесткий, чувак! На магию он больше реагирует. Опа! Защит, спасибо, красавчик. Да, на магию он больше реагирует.
На удары у него вообще не получалось, ну, пробить на магию норм. Ой, блин, он берсерка включил, вот это круто. Мои мяусы чувствуют вашу доблесть в битве, подойдите и получите силу кристалла. Оу, я думал, будет третье испытание, мне казалось. Королевское искусство хождения по воде, да! Я же говорил, мы должны это получить. Кристалл передал вам свою силу, потому что у вас есть королевские обломки. Как ни жаль, но мое тело давно истлело, и это лишь мое, мой умиротворенный дух. Теперь ты можешь почивать спокойно, прапрапрадедушка. Спасибо, что позаботились о Лапортграде. Что до вас, мои благородные короли, стойте на своем. Нас выбросил на берег, теперь мы можем идти по воде. Поэтому просто вперед. Прежде чем вы уйдете, возьмите это в знак моей бесконечной благодарности. Гантеля! Ни о чем не волнуйтесь, я доберусь назад сам. А как ты доберешься назад сам? Блин, на 80 уровень, фига себе. Где там была та пещера? Мне сейчас интересно туда сходить, которую я зачищал. Это у нас считается или нет? А, да, считается. Просто на ней нету значка, я поэтому немножечко... 65-й. Отстань от меня. Блин, ты ребята 70 уровня, ну его нафиг. 60-го, о! Испытание 60 уровня, давайте зайдем. А, прям на наш уровень, давайте. Test your might. На 1000! Окей, их осталось 2. Нет! Как я неудачно-то подставился. Блин, это сейчас было жестко. Кстати, это вот это может быть? А, тут я не могу ходить по воде. Ну, блин, так нечестно. Это была, кстати, та пещера, да, которую я прошел. Мне интересно, я думаю, что я могу это сделать. Если я не буду вот так вот тупить. А, так, 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 так. Почему оно у меня показывается, как будто пройденное? То, что я ее активировал, может, имеется в виду? Блин, они меня просто разносят. Это вообще что-то.
Возможно, я просто не так хорошо прокачан. Ну, то есть уровень подходит, но я не так хорошо прокачан. Ладно, ребят, давайте последняя попытка. Если не получится, то, наверное, будем тогда на этом сейчас заканчивать. По хронометражу у нас уже получается конец серии, но мне очень хочется успеть пройти эту... ну, это испытание. Я даже не представляю, что будет там. Там же будет еще и... Это третья волна. Уйди, уйди! Блин, просто разнесли. Смотрите, я магов-то... Одного мага вынес, второго мага почти вынес. Это слишком жестко, у меня просто жизни не хватает на все это. Ладно, давайте тогда в самом деле на этом закончим. Я, может быть, немножечко прокачаюсь. Может, мы просто дальше пойдем по квестам. Туда мы вернемся, потому что я думаю, что мы будем обходить все пещеры, все испытания. Чуть попозже просто вернемся. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.